Всем привет, с вами Кирилл, сегодня мы играем в Amanda Inventory. Давайте же, я тут поиграл немного, только я ее немного графику настраивал. Я настраивал только графику, вот у меня. Просто чтобы, что, у меня графика не сохранилась? О, все. Так, рисуем. Что это за сундук у нас здесь? Мышеловка. Да боже! О, русский есть. Тита, вот. Так, нам что-то посмотреть надо? Нет. Какие-то яблоки. Так, книги всякие тут у нас. Ой. Может, нам какую-то комбинацию надо вести. Ходить и приседать на контур. На контур нам приседать. Что-то включить надо. А, во. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to make an apple pie. My favorite is peach pie. Какой пирог? What's your favorite kind of pie? Ну, яблочная, яблочная. Ну, как он называется? Чё всё зависло? А, нам сами надо писать. Повидло. Мне не подходит. Клубника. That sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? Нож. We can't use that. We can't use that. Нож. Good job. Ёпрасоте. У нас ножом ходит. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Look, I'm a pirate. That doesn't seem safe. Okay, Wooly, let's cut the gap. Уэлла гадная. That was hard. We have almost everything we need to make our pie. We just need some sugar. Do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Так, что у нас хранится? Я не прочитал. Nope. Try again. Don't you want to help me? Great! Let's make a pie! Can you smell the apples and cinnamon? Okay, it's time to bake a pie! Да, пора. Preheat the oven to 425 degrees. I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now.
We're on our own, Willy. First, preheat the oven to 425 градусов. Then put the apple into the pie tin. Затем яблоки в форму для пирога. Now put it in the oven and bake it for 40 minutes. Давайте. Пирог готов. Скорее бы его попробовать. Кудряш, давай испечем пирог. Мне просто лень было сейчас скоро. Так, ага. Смотрите, у нас появилось. То есть, подождите, нам. А как нам испекать его? Испечь пирог надо в этой миске, что ли? Что-то мне кажется, она не подойдет. Так, ёб твою мать, возьмись. Вот, берем. Теперь, наверное, ее туда надо поставить, ага. И яблоки. А что нам нужно туда? Клубника? Ладно, давайте закроем. Так, ничего не понял, что произошло, это что такое? Как нам его испечь? А, я понял, кажется. Ага. Ты заколебал. Теперь она вообще не ставится. Так, я положил сюда, теперь надо сюда. Так, меня это бесит. А что еще-то тебе надо? Нам нужно яблоко. Ложим яблоко. Дальше клубнику ложим. Что, грушу? Что тут делать? Грушу пусть поставим. Яблоко поставим пусть. Ну и апельсин. А что сюда ложить? Я все уже перепробовал. Да боже, что делать? Я не понимаю. Ну, блин, я не могу. Да, блин, я не могу. Может, потыкать надо. Тебе просто одно яблоко положим. Не заколебало. Я просто положу одно яблоко. Да ты тупой! А на сколько тебя? Надо на 40 минут, что ли, поставить? Яблоко, давайте еще раз. О, ура! Так что берем и вставляем в телевизор. Аманда. Привет, друзья, я Аманда, а я Кудряш. И что тебе больше всего нравится в твоем районе? Отлично! Мне нравится, что в моем районе живут мои друзья. Сегодня я хочу отправить своего друга кое-что особенное. Сначала мне нужно сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин? Вот он. That's not the store, silly. Дурашка. Это не магазин, дурашка.
Вот это. Good job! Отлично, пойдем в магазин. Let's pick out a card. Давай выберем открытку. My friend helped me Мой друг помогал when I was мне, когда ему What было. Kind of card should I send them? Короче, я на монтаже все. Great! I found the perfect card. Time for the next errand. When friends do nice things, it's important to thank them. I want to get my friend a special treat. Can I have a special treat? I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? Good job! Let's go get that treat! Mmm, everything smells so good. I want to buy my friend some... Buy my friend some cookies. Can you show me where the cookies are? Those look so tasty! We just have one more stop in the neighborhood! The package is ready for my friend! They live pretty far from me, so we need to mail it! Wow, it's getting late. Что ты там нам-то говоришь? Отправляй мне. Probably can't send that now. I have to send this to my friend. It's time to go to the post office. Let's send this package to my friend. Their name is... Wait, I don't remember. Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Подожди, а что мне нужно? No, that's not my friend's name. Подожди, я проворонил. Сейчас я посмотрю на запись. Тёме. You have to know their name. Тебе... Да бляха, муха. Тёма. Чем у меня К пишется? Great work! Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Все, что ли? Так, что это такое? Я что-то сыграть должен? Я вроде помню, на кассете были такие, что там написано. В магазинах был Common Bakery и Fast Official. Были первые буквы выделенные. Вроде К, Б и Ф. Сейчас попробуем их тут ввести. Вот только такое я знаю буквы. Так. К, Б, Ф. Кибиши. Ага. Oh, it's you. Whatever you do, don't. Oh no! Wooly had an accident. An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3:45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I didn't trip. Where on Wooly does it look like he got hurt? Колено. That part of Wooly looks fine.
hurt. Кость. Ко. Эти колени. That's right. Willie hurt his knee. Who can help when you are hurting? Ноги. Нет. Кости. Кости. Нет. Я промолгал. Давайте еще попал на письмо. I don't think they can help. А доктор. Доктор. Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Which room should we go into to find the right doctor to help Wooly? Вот в этот. Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going? The doctor isn't here right now. Let's see how we can help Wooly. Which tool can we use to check Wooly's injury? The heart monitor, the x-ray machine, or the scale? No, silly. That's right. Yeah. Now we can look at Wooly's bone. Вместе с нами? Странно как-то. Странно. Я думаю, на этом моменте можно нам закончить. Всем спасибо за просмотр. На 5 лайков я выложу новую часть. Так, опа. Что это такое? Ну, короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока!